Оренбургский театр музыкальной комедии после долгого перерыва вновь поехал на гастроли в Москву. Известный российский композитор Александр Журбин пригласил труппу принять участие в своем фестивале «Все к лучшему». О том, как наши артисты покоряли капризную публику столицы, рассказывает Елена Анифатьева. Московский академический детский музыкальный театр имени Натальи Сац гостеприимно распахнул двери для труппы из Оренбурга. Здесь есть все, что нужно для мюзикла. Оркестровая яма, техническое оснащение, зрительный зал на 1100 мест. Первым делом – репетиция. Сцена вдвое больше нашей. Нужно проверить и настроить звук и свет. И, конечно, разогреться перед вечерним спектаклем. Молодые актеры Оренбургской музкомедии с творчеством Александра Журбина знакомы давно. Сергей Фурсов, Ирина Низамова и Сергей Гурьянов уже приезжали в Москву, будучи студентами Института искусств имени Ростроповичей. Сначала с курсовой работой, отрывками из мюзикла «Бендюжник и король», затем с концертными номерами по произведениям композитора. Благодаря талантливому исполнению ребята стали лауреатами престижного музыкального конкурса «Оперетта Ленд». Сегодня они профессионалы. Это, наверное, счастье для артиста. Выступать в центре Москвы, фактически, перед столичной публикой. Волнительно, московская публика, не знает, что от нее ожидать. Но, в общем, работаем по задачам, стараемся. Ну, конечно, есть волнение такое внутреннее. Мы успокаиваемся, так настраиваемся внутренне, думаем, что все будет хорошо. Быть в форме на московской площадке труппе помогает режиссер Александр Лебедев. Для него приглашение Журбина – высокая оценка работы над постановкой спектакля. Мне это очень приятно, учитывая то, что за 80 лет театр впервые выехал в Москву, это произошло с моим спектаклем. До звездного часа самого музыкального театра Оренбуржья осталось 40 минут. Публика постепенно заполняет фойе. Приехал автор мюзикла Александр Журбин. Здесь огромное количество театров, и своих, московских, и приезжают сюда на гастроли отовсюду люди. И, в общем, это, так сказать, здесь есть на что посмотреть. Ну, если даже Оренбургский театр просто понравится, это будет здорово. Поддержать коллектив приехали куратор театра, продюсер и композитор Ким Брейдбург и музыкальный руководитель проектов Валерия Брейдбург. Труппа за кулисами копит кураж. С помощью грима и костюмов артисты превращаются в своих персонажей. В воздухе искрит, чувствуется нерв. Сцена-то столичная? Готовы, я думаю, все. Потому что это чувство важности, я думаю, что каждый сегодня ощущает. Не только артисты или оркестр. И, да, я думаю, что и те, кто находится за кулисами, тоже. Ответственность очень большая на нас лежит. Мы, как получается, визитная карточка от нашего города. Перед спектаклем представитель Министерства культуры России Ирина Бабкина вручила директору Оренбургского театра музыкальной комедии Светлане Борисовой благодарность. Артисты, которые играют здесь, они отдаются полностью душой и сердцем. И уже по приходу в театр Натальи Сац я уже поражена атмосферой творчества и доброты. Действо началось. На веселых сценах публика смеялась, в драматических местах сопереживала. Вместе с музыкой в зал передавалась заразительная энергетика артистов. Летела пуля, чье-то сердце повстречало. Спросила пуля, отчего ты так стучишь? На спектакле почетные гости. Великолепный коллектив, великолепная постановка. Величайшая благодарность автору. Хочется отметить, что на сцене очень было много молодежи. И это говорит о том, что в Оренбургской области культура развивается, и в оренбургской культуре есть будущее. Наши артисты достойно показали себя избалованной столичной публике. Прием был очень теплым. Довольным остался и автор мюзикла. Он аплодировал громче всех и после каждого музыкального номера кричал «Браво!». Я должен сразу от всей души поблагодарить все правительство Оренбургской области и прежде всего губернатора Оренбургской области Юрия Александровича Берга, который, в общем, был одним из главных таких моторов этой идеи, и благодаря этому театр находится здесь. Москвичам очень понравился наш театр. Они долго не отпускали актеров со сцены и с удовольствием делились впечатлениями. Все-таки произведение довольно сложное, а настолько сюжетно выстроено правильно. Таких спектаклей в Москве нет, я должен вам сказать. Вот, может быть, все зависит от музыки, может быть, все зависит от текстов.
Вот, и такая совершенно раскованность у артистов, что я просто в восхищении. Ну, мне очень понравилось. Мне понравилась, в принципе, вот легкость этого жанра и исполнение достаточно профессиональное. После спектакля мы попросили и наших артистов оценить столичную публику. Публика, мне кажется, тоже очень хорошая, добрая. Как-то расположена очень дружелюбно к нам. И атмосфера от этого играть хочется. То есть ты понимаешь, что зал вначале тебе дает такой своеобразный карт-бланш, ты начинаешь работать на зал, они тебе возвращают всю твою потраченную энергию. Очень, очень приятно. Публика отличная, на мой взгляд. Встретили тепло, гостеприимно. Оренбургский театр музыкальной комедии в очередной раз доказал, что его труппа замечательная, талантливая, целеустремленная. Одна из лучших в легком жанре.